Привет, друзья! Сегодня у нас в планах максимально высокий полет, проверка на максимальную высоту. А также максимальная дальность. Посмотрим, что у нас получится, сколько осилим. Все разблочено, разлочено. 800 метров мы должны набрать. Высокие полеты у нас небезопасны, поэтому одеваем шлемы, ставим лайки, подписываемся и вперед, погнали вверх. Поехали. Старт рекординг. Ну что же, дрон бодро набирает, заряда батареи показывает, что достаточно еще на 22 минуты полета, набрано уже 450, подбираемся к отметке 500, отметку 500 легко преодолеваем без проблем и продолжается набор. метров, ну да, соточка еще осталась нам. Скороподъемность ничуть не уменьшилась, скорость набора такая же. Продолжаем набирать. Та-дам! Мы достигли максимальной высоты в 800 метров. Все, как и обещано. Аппарат работает классно. Осмотримся. Все, полетели вниз. Ну что же, полет на максимальную высоту увенчался успехом. Аппарат отлично набрал 800 метров, что и требовалось подтвердить. А теперь максимальная дальность. Посмотрим, что у нас получится, сколько осилим. Старт рекординг. Ну что, погнали. Сгоняем на дальность. Вперед на Москву! А, нет. Вперед на Берлин! Погнали! Ну вот он мне сейчас показывает, что в таком режиме, если лететь, на 25 минут должно хватить. Когда останавливаешься, ну, когда вывешивается, все там раз, там время поподымается, допустим. Километр 100.
2,5. Слушай, передает сигнал, при этом не лагает совершенно, вообще все четко. Картинка. Ну, он как бы и здесь первым, но просто еще пока вот, вот уже 3. Четыре тысячи. Офигеть. Картинка, все четко идет, пока никаких лагов, ничего нет. Пятерка! Офигеть! Пять пятьсот. Время показывает теперь 22 минуты. То есть у него время, то есть запас опять появляется какой-то. Или против, может, там направление ветра поменялось? Бля, 6 уже подходит, я не знаю, гнать его дальше, нет. Вдруг не вернется. 6! Слушай, ну вот идет, вообще потери сигнала нету, то есть FPV работает отлично. 6500, поехали назад, все, я ссу. Это 13 минут в полете уже. 13 минут в полете, 17 минут заявленное время, что еще остаточное типа у него. Ну это еще, наверное, он там как бы и себе еще накинул еще там процентов 10-15. Ой, прямо передо мной орел пролетел там. Сейчас нападет еще, бляха. Ну вот, возвращаем аппарат. Осталось 2,5 километра, больше 6,5. Что-то гнать я его побоялся. Думаю, нафиг нужно. Все-таки очково. Бегать, искать дрон по полям здесь потом желания мало. Ну, в следующий раз, возможно, попробуем испытать его на максимум. Battery warning. Cancel go home. Он говорит... Ну вот он выругался на батарею. The aircraft is coming home. Да. И я его перевел в режим возврата автоматического домой. Я надеюсь, он вернется домой. Так, посмотрим сейчас заодно и возврат домой. Как аппарат возвращается и как... Попадет ли он на нашу посадочную площадку, которая там лежит сзади, откуда он стартовал. Так, осталось всего километр. Где-то его, наверное, можно даже уже разглядеть, но, скорее всего, с такого расстояния мы его еще не увидим. О, я вижу уже наше место, стартовую площадку непосредственно на экране. Значит, птичка где-то над нами уже должна на подлете. Прилетел на 208 метров, как был. То есть сейчас начнет спускаться. И время остаточное по батарее еще заявлено 7 минут. Можно было еще километр вдаль фигануть попробовать. На площадочку немножечко промахивается, судя по всему. Коврик не искал. Ну все, молодец, вернулся. Отлично. Дальность 6500 побита легко. Садись. Стоп рекординг. Стоп рекординг. Ура! 6500. Легко. Во. Аппарат огонь. Тест на максимальную дальность мы также прошли. Отлично. 6,5 километров. Это очень достойный результат. Можно было лететь дальше. Никакой потери
FPV-сигнала не было. Запас еще был, можно было как минимум километр, я думаю, осилить без всяких проблем. Но дрогнула рука. На максимум по дальности проверю в следующий раз. Посмотрим, если даже он потеряется. Подготовлюсь к тому, чтобы можно было его без проблем найти. Заехал в Исландию.